Всем привет! С вами не Львгорн, это игра Heartland. И я попал в лес гоблином. Ну, на самом деле, я недалеко пробежал, я просто пробежал из того поселения, в котором был последний раз, последней серии, и попал в лес гоблинов. Просто в первый же портал сбегал и попал в него. Я не представляю, что меня здесь ждет, поэтому будем очень осторожны. Ну, раз гоблины, значит, меня... Раз лес гоблинов, значит, и гоблины меня ждут. Ну, вот... Вепрь, на самом деле, это... Есть! Отлично! Прям вообще зарубил его так прям сходу. Так, давайте, знаете, что сделаем? Запишемся. Так... Такое чувство, там гоблин, по-моему, с бочкой какой-то, да. Стой, отдай бочку, отдай бочку. А бочка-то, оказывается, была непростая. Она была реально... То есть это... Это гоблин-самоубийца, что ли? Так, надо аккуратненько, в общем, ходить. Иметь в виду, что есть такие гоблины. Ладно, я жизни не буду восстанавливать, потому что... Оп. Есть. Честно говоря, так, ну, как сказать, как бы правильно-то выразиться. Не то, что страшно, но так, напряжно, осторожненько, потому что любой удар жизни то довольно-таки быстро будут сниматься. Либо если расслабишься, то у вас быстро сломают броню, что тоже вообще не очень хорошо, сами понимаете. Вот смотрите, заблокировал сейчас мне щитом и тоже опять сломал. То есть я ударил ему по щиту, и он заблокировал мой удар щитом. Не, не буду гоблинский топорик брать. Ух ты. По-моему, это вход в какое-то подземелье, смотрите. А здесь есть какой-то сундучок, который я бы хотел... стырить. Нет, это забавно. Нет, я хотел бы его открыть. А у меня нету серебряного ключа. Ну ладно, пускай будет. Надо будет запомнить, что я его здесь оттащил немножечко. Если я найду серебряный ключ, чтобы открыть. Так. Карта не очень большая, но вот этот донжиончик, это очень интересно. Ой. Есть. Есть. Ну, в принципе, если не торопиться, то вполне можно спокойно отбиваться. Нет, я не буду гоблинский щит брать, потому что он все-таки, ну, уже разломан. Так, вот там их, по-моему, побольше. И чего-то я туда боюсь, честно говоря, лезть. Потому что все-таки я один. Но я... не забывайте одну вещь, что и больше меня не станет. Я все-таки один. Я герой. Одиночка. Так что я буду надеяться, что я просто наберу что-нибудь интересненькое. То есть, ну, может быть, дроп. Там они, по-моему, охотника убили. Точно. Они убили здесь охотника, смотрите. Ну, пошли отсюда! На! С вилкой, гоблин, с вилкой. Оружие у него вилка. Отлично. Блин, я уже много раз это говорил, но игра, конечно, сильно атмосферная. Так. Бедный, бедный охотник. Ого. Вот, гоблин, тебе, по-моему, топор не по твоим... Да, мне вот написали, что это недоделка не исправлена, что во время получения опыта вы также уязвимы, то есть вы, допустим, когда вы будете взлетать в толпе, случайно прокачаетесь в толпе, то вы будете... получать урон и умирать. Так, Sharp X. Какой-то топор. Так,
Еще, смотрите, в трупе денежки, похоже, были. Так, здесь, смотрите, есть еще. Так, а что у нас? В сумках ничего нету. Так, ну-ка, Sharp X, посмотрим, сколько... Мне показалось, как будто я здесь что-то увидел. Посмотрим. Sharp... Так, вот, Sharp X. Посмотрим, сколько у него урона. 198, ну, больше, чем у моего. Да и выглядит повнушительный. Больше, чем у моего меча. Куда ты побежал? Там вон гоблин с бочкой. Интересно, он... Куда вы все побежали-то? Куда вы от меня бегаете? Беги, сейчас рванет. Давай. А. Понятно. Она... Это я ее, оказывается, взорвал. Все, учтем. Так. Факел, в принципе, конечно, мне бы пригодился. Но сами понимаете, либо факел, либо щит. Что лучше? Понятно, щит. Так что... А что у нас тут такое? О боже. О боже. Вот это... Тут, оказывается, гоблин. Я прям... Отлично, мне очень нравится. Такой охотник в ночи на гоблинов. Ночь здесь вообще жутковатая, на самом деле. Ну, на мой взгляд. Так, вполне там может быть что-нибудь наверху, но нет, там ничего нет. Прям... Жутковатенько, реально жутковатенько. Так. Топор, конечно, решает прям. Так, не то я подобрал, ну ладно. Гоблин Акс маленький он. Так. Тут что-нибудь есть? Нет, не вижу. Портал, ну я помню, где портал. Так. Давайте вот куда-нибудь вот сюда вот сходим. Здесь по-любому тоже что-нибудь, наверное, да должно быть. Хотя нет, просто дорога и... И на меня тут гоблин хотел напасть. Из травы, кстати, такие, да? Забавные гоблины, то, что их в траве не видно. И могут нападать. Так, а что вот это вот такое? Это просто... Да, это просто деревья. Ладно, хорошо. Нет, наверное, факел все-таки нужно было взять. Можно было бы вполне переключаться между факелами. Я тут на одном пригорке нашел ключ. Только обычный ключ, не серебряный, обычный. Поэтому, все-таки думаю, стоит залезать на пригорки. Посматривать иногда. Может быть, что-нибудь интересное может там скрываться вполне. Так. Гоблин Херт заберем. Потому что я помню, вроде бы, даже квест какой-то я брал где-то. Сердце гоблинов нужно было принести. Так. Здесь... Ну там, там, подальше. Где-то гоблин-офицер был. И вот, блин, мне бы факел, конечно. Вот сейчас я зря думаю. Факел все-таки не взял. Так, вот я вижу гоблина. Прям отбежим немножечко. Давай, иди сюда, на свет. Выходи на ратный бой. Смотри, какие заразы, а. Есть. За друг дружкой такие бегаем. Отлично. Отлично. Знаете мне, чем вот атмосфера этой игры напоминает? Конечно, я не сравниваю игры, я сравниваю исключительно атмосферу игры. Она очень... Вот, все, сагрился офицер. Она очень похожа на первое Диабло. Очень похожа и по музыке. Иди, иди сюда, гоблин, иди сюда. Смотрите, у него молот какой-то. Мейс. Вот так вот, давай, давай. Ух ты, вот это он мне вмазал.
Есть. Хаммер какой-то. Так, гоблин Капитан Хелмет. И щит гоблинский. Так, давайте заценим. Во-первых, 224 брони добавит мне, так? Гоблина, гоблин 300 из 300, конечно, гоблинский шлем. Так, щит 104. Как бы мне его выкинуть вот так вот, херт. Так, миньон вообще... Это тоже плохой щит. Так, еще бутылки хаммер. Вот, смотрите, есть параметр, я увидел где. Стамина дрейн. Стамина дрейн, юз стамина каст 150. Дэмидж 166. Но, как я понял, у него... Неужели появилась магия? Квесты J, Pickup E, F, Shift, Sprint, F, понятно. Нет, я не вижу никаких кнопок на магию. Но в параметрах, смотрите, вот здесь вот сбоку, вот здесь вот мышкой, так. Второго уровня хаммер становится, то есть у него он дрейнит, то есть я так понял, забирает 150 стамина и юз стамины каст плюс 150 что-то. И жизнь, и уровень у него, его уровень, конечно, увеличивается, и урон. Это интересно, квесты. У меня квестов нету пока что. Так, это что у нас? Армор, кукумбр. То есть я взял в правую, ой, да, в левую руку огурец и кукумбр вот этот. И он что, 30? Он мне добавил 30 защиты. Так, давайте еще посмотрим, что у меня здесь есть. Гоблин Кэптенс Херт. Ну, ладно, это... А, это сердце же, господи. Маска. Ну, маска мне не нужна. Пик... Тоже грибы, акс. Вот смотрите, шарп акс тоже он модернизируется до второго уровня. School armor. А куда его? Его некуда одеть. Что-то не пойму. Вроде написано, смотрите, армор 850, вот здесь вот написано параметр. Но что-то... Ладно, стальной меч. Мне тоже, смотрите, параметры. Блин, этого я только-только, честно, я только-только это увидел. Ну-ка. Хат, это мерчант хат. Это же прическа исключительно, просто прическа, да? Где этот видел-то предмет-то с 800 брони? Так, мне, по-моему, мне это привиделось. Вот, вот. Скул. Череп. Это просто череп. Ну, значит, все понятно. Так, утро уже настает. Так, отлично, я себе прокачал новый предмет. И, скорее всего, этот предмет прокачается исключительно... кузнице, то есть, когда я буду в кузнице, тогда... Так, ну-ка. Да что ж такое-то? Я сломал... По-моему, я сломал молот этот, хаммер. Ну ладно. Есть. Потому что у меня сразу как-то переключился на топорик. Так, ладненько. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь у нас происходит. Но сначала мы... Нет, мне не дали убить. Да, долгожданные подземелья. Они давно обещали, что появятся подземелья в игре. Вот они и появились.
Смотрите, я могу и факел даже подобрать. Так, это что у нас? А вот это что за круглый такой? На яйца чьи-то похоже. Так, я факел-то подобрал, а вот... Торч же факел по-английски, да? Вот. А, отлично, то есть я факел могу не за место щита брать, а... Ну, то есть в руку вместе с щитом. Вот это... Это круто, так. В принципе, конечно, в бочках может выпасть что-то интересное, но, сами понимаете, это не всегда так. И по карте я вижу, что у нас не очень тут и комнат-то много, в которые можно сходить, но давайте... Вот в этом она просто одна. Заценим. Но я так понимаю, что это какой-то гоблинский донжон, ну, в котором тусят гоблины. Четвертый левел. Так. Мне бы какой-нибудь сундучок, ребятки. А лучше ключ от сундука, который был там, серебряный ключ. Вот там, наверное, денежек. Так, вот, видите? Я выбил бутылочку. Можно восстановить будет себе жизни, если... Но... Все, я понял один недостаток в факеле. То, что я не могу блочить. Хотя, может быть... странно. Похоже, я не могу блок ставить теперь. Но вроде бы... Будем просто аккуратны. А если будет более сложный противник, я буду снимать факел. Ну и тем самым более устойчивым становиться. Так. Куча моркови. Так, еще бутылочка. Отлично. Еще. Я какой-то вант выбил. Смотрите, что. Какой-то там... Какой-то вант. Посох, посох, короче. Так, сейчас найдем его, найдем. Вот, Насти вант. Так. Урон у него больше, а как мне им стрелять? Может быть, его надо прокачать, тогда он будет стрелять. Потому что он сейчас вот только бьет, к сожалению. Ну ладно. Че, я морковку не могу подобрать? Странно. Ладно. Есть. Так, что у нас здесь страшно? У нас здесь... Вот у нас, что у нас здесь. Ух. Секундочку. Убираем факел. И устраиваем нафиг мясорубку. Куда ты? Куда? На. Так. Я, конечно, потратил жизни, но думаю, знаете, это... Это несущественно. Сейчас восстановим чем-нибудь. Какой-нибудь морковкой или еще что-нибудь в этом роде. Здесь этого... Есть. Я знаю, что деньги здесь нужны в определенных квестах, то есть некоторые неписи просят... ты смотри-ка, чё. Некоторые неписи просят по 2000 монет, по 3000 монет, я помню, было такое за... Ну, то есть за завершение квеста или обмен на что-нибудь. Так, ну давай. Может быть... Ну... Есть. Тут еще надо наловчиться убивать эти бочки-то. Так. Отлично. Даггер. Нет, даггер мне не нужен. Хотя, да, нет, вообще нет. В принципе, что-то как-то не очень здесь. Так, знаете, давайте все-таки... Брейнс, мозги. Так. Это что я? А.
Ну, ну что-то я, это я точно чего-то скушал. Только я что-то... А, вот сыр можно скушать точно. Так. И морковка, морковка. Ну это, конечно, прям... Еще морковку. И еще морковку. Все, полностью я практически, да, не практически, а полностью восстановил жизнь. Так, я потерял вход вот здесь вот. И куда у меня делся мой посох? Урона-то с ним было больше. А, нет. Теперь он поломался, и, похоже, с ним стало меньше урона. Наверное, он поломался как-то, или еще что-то с ним стало такое не то, в общем. Ладно, давайте в эту комнату сходим. Ого, какие здесь осветительные приборы. Так, я вижу офицера. Я вижу офицера с мечом. А вот щит у него просто божественный. Если получится щит... Нет, я уже не сохранил щит. Он измятый, видите, валяется. Ох, отлично, отлично. Так, возьмем, давайте обязательно шапку, меч возьмем. Broken Sword, он все-таки пригодится. Так, сердце, конечно же. Сердце часто по квестам всяческим нужно. Так, свечки. Ну, это все остальное декор здесь. Так. Знаете, бочки я не буду ломать. Давайте просто зачистим подземелье, посмотрим босса. Тут по-любому должен такой жирный гоблин быть, предводитель гоблинов или как-то так. По-моему, да, вот. Отлично. Я, по-моему, я просто попал по бочке, и она загорелась, то есть, ну и спровоцировала реакцию взрыва. Вот так вот. Так. С бочек жалко не падает. Куда ты? Деньги не падают, то есть можно вот выбить посох какой-то. Можно выбить бутылки. Но вот деньги жалко не падают. Тогда было больше смысла их разбивать. Так, честно говоря, лень разбивать, потому что они и разбиваются-то неудобно. Ладно. Здесь, я смотрю, ни ключей, ничего нету. Это же свечка, да? Ну, то есть вроде бы больше ничего подобрать мне не получается. Так, освещение вообще жутковатое, честно говоря. Так, по-моему, на улице ночь настает. И да, и сейчас будет смена такая. Да, даже в пещерах. О, господи. Так, где мой факел? Вам, наверное, вообще ничего не видно. Если мне даже не видно, то вам, наверное, уж точно. Так, тут вообще жутковато стало. Так. Так, так, так. Куда? Геннад... Я себя каким-то не героем чувствую, честно говоря. Ух ты. Пятый уровень. Просто изрезал просто вот кабана. Но он мне урон нанес, конечно, не слабенький. Так. Ну-ка. Ну ладно. Я хотел яблок подобрать из этого ящика, но как-то... Что-то он не стал. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, стоп, стоп, стоп. Это факел убираем. Вот этот молот, это вообще страшная штука. Это магический молот. Я знаю, что у него урона очень много. Потому что я сам часто за ним охотился, за этим ледяным молотом. Ты смотри-ка, что творит, а? Ладно, я ему щит сломал. А он мне, смотрите, он меня по башке выбил. Есть! Есть! Ice Hammer! Гоблин, капитанский гоблинский шлем. Так. Ice Hammer это, ребятки, это и фонарь. Это... Ух. Сейчас мы давайте large. Так, 300 из 300. Шлем и... Так, вот. Нет, давайте не будем вот это засорять инвентарь. Вот. Ice Hammer.
Нет, урон что-то поменьше, кстати. Но смотрите, какие параметры на втором уровне. И мне он больше нравится в том смысле, что он еще и как работает как подсветка. Это намного лучше будет, конечно. Щит у меня прям вообще держится очень долго, кстати. Как правило, до этого у меня щит выбивали очень быстро и... Ну так как вот изменили крафт и создание вещей, то есть не то, что крафт и создание, а то, что их модернизировать можно, теперь с вещами немножко, не то что посложнее, намного интереснее, мне кажется. То есть теперь не только... Не только вы просто можете выбить предмет хороший, но еще и скрафтить, это очень хорошо. Так, все-таки где-то же... Так, еще один офицер, я вижу еще одного... Офицера. Есть. Ах ты. Он меня ударил. Так. Рунический сворд. Так, сердце. Честно говоря, я думал, и я не вижу никаких... Я не вижу никакого босса или что-то, знаете, что-то такое. Я вижу просто много гоблинов. И я думал, здесь будет хотя бы в конце какой-нибудь сундук. Хотя, знаете, вполне возможно, так как этот мир рандомный, то есть он изменяется, он появляются новые мобы и тому подобное. То есть, ну, новый... Или это гоблин не воин, а гоблин-фонарь, к примеру. Поэтому не хочет драться. А, ну стоять! Поэтому, может быть, просто мне не повезло, что в этом данже, допустим, ничего не заспавнилось. А может быть, надо было какой-нибудь квест взять. Вполне возможно, потому что все-таки не забывайте, что есть тут такая вот кнопочка квесты. И можно квесты целые все посмотреть. То есть, вполне может быть, я что-то пропустил, но... Это уже, наверное, в следующей серии я буду разбираться и смотреть, потому что в этой серии сейчас я буду грабить и разбивать бочки уже за кадром. Но пора заканчивать. Ну, как будто кнопка, я попытался нажать, ничего не получилось. Так, посередине здесь тоже ничего нету, то есть никаких ящиков там, ключей. Офицерские гоблины, они были, конечно, матерыми, но... Ой, я ему поджег. Ух ты! Ребятки, смотрите, что произошло. Гоблин взорвался, и образовалась яма с водой. Ну, с водой я не знаю почему, а вот то, что яма образовалась, это, знаете ли... Очень интересно. То, что значит здесь. Так. А вот это что такое? Ого-го. Нет-нет-нет, ребятки. Это еще, оказывается, не конец. Это только начало. Но я уже продолжу в следующей серии, потому что, сами понимаете, так это вылезти наверх. Тут уже серия будет слишком большая. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вы хотите увидеть продолжение, ставьте лайки. 50 лайков, и я сразу выпускаю следующую серию. Подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Если вы знаете хорошо английский язык и хотите мне помочь в развитии моего канала, то пишите мне ВКонтакте. Я могу вас попросить перевод апдейтов, апдейтов, обновлений к играм. Так что дерзайте. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.